22 мая, в день святителя Николая Чудотворца, в день Николы Летнего, наш град Николаев ознаменован знаменательным событием – прибытием в наш честной град Николаев честной десницы святого великомученика Димитрия Солунского. Друзья мои, встречаем! Греческую делегацию, которая привезла ларец с честной десницы святого великомученика Димитрия Солунского, возглавил митрополит Верийский, Науский и Компанийский высокопреосвященнейший Пантелеимон. А всего в торжествах приняли участие епископы, архиепископы и митрополиты с разных епархий Украины. Возглавил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Николаева блаженнейший Ануфрий, митрополит Киевский и всея Украины.
владыка, в этот день пасхальный мая, день святого Николая, дорогих гостей встречает на Николаевской земле. Звон колокольный слышится повсюду, белых акаций душистый цвет. Угодника Божия наш родной город сердечно приветствует всех. Слава, милость и благодати, мира, здоровья, добра, чтоб возрастали пастыря дети, любовь наполняла наши сердца. Бог любит тех, кто не гордится, спешит с любовью творить добро. Сердечно просим о нас молиться, с верой крепкой на душе светло. Дорогой наш блаженнейший владыка, крепость соль примите, жизнь по славу Божию нас благословите. Чтобы мы любили ближних, веру сохраняя, Троицу святую вечно прославляя. Пусть несется до небес жизни радостная весть, Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Тех сложностей и трудностей жизни, которые Господь посылает сегодня всем нам и каждому отдельно. Чтобы святитель Николай помогал нам в этих испытаниях, которые нам Господь дает,
чтобы мы не теряли человеческого достоинства, чтобы мы не теряли образ христианина. Потому что испытания, они являются таким средством, которым Господь укрепляет в человеке добродетель, веру, любовь, терпение. Но иногда человек, люди малодушные, ломаются под испытанием. И мы просим, чтобы святитель Николай помог нам все вытерпеть. И чтобы на нашей украинской земле был мир, согласие, любовь между нами. Чтобы мы все едиными устами, единым сердцем прославляли имя Божие на земле. Чтобы святитель Николай помог нам идти той дорогой, которая ведет человека к тому, ради чего человек сотворен Богом, к вечной жизни на небе, во Христе Иисусе Господе нашем, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. Спасибо. Спасибо. Христос воскрес! После божественной литургии большим крестным праздничным ходом все отправились по улицам города прославлять святого Николая Чудотворца и славить Бога. Христос воскресе! Воистину воскресе!